В этом году предприниматели из Мурманской области уже получили почти 30 миллионов рублей субсидий. Столько же из областного бюджета выделили для второго этапа конкурса «Губернаторский стартап», прием заявок на который начинается уже сегодня. Можно получить до 1 миллиона рублей. Самозанятые граждане вправе претендовать на поддержку до 500 тысяч рублей. И напоминаю, что по отдельным проектам, а это проекты, реализуемые в ЗАТО, проекты на создание аптечных пунктов, а также проекты для членов, участников специальной военной операции, поддержка составляет 2 миллиона. На какую сумму можно рассчитывать, какие документы необходимо подготовить и как правильно оформить заявку? На эти вопросы ответят специалисты регионального бизнес-инкубатора. Их номера телефонов вы сейчас видите на экране, а отсканировав QR-код, можно открыть подробную инструкцию по получению субсидии.